Спасибо, спасибо большое. Что такое частушка? Частушка – это, в принципе, тот же самый анекдот, только зарифмованный. А анекдот, в свою очередь, это частушка, рассказанная прозой. И вот мы взяли на себя смелость и решили перемешать эти два любимых народом жанра. У нас получились такие частушки-анекдотушки. И вот сейчас мы несколько анекдотов вам споем и расскажем между ними несколько частушек. Чтобы услышать в зале смех, жми на клавиши, Олег! Я смотрю на хлеб и шпроты, мне обидно, да икоты. Мне совсем не лезет в рот санкционный бутерброд. Удалось мне испытать весь экстрим по-русски. Стал в присядку танцевать, а брюки были узкие. Почему на день рождения тортик полагается? Да потому что в пиво с водкой свечки не втыкаются. Кстати говоря, насчет свечек. Народная примета. Если дедушка на своем 90-летнем юбилее сам задул свечки на тортике, то квартира освободится не скоро. Если хочешь развестись, приходи на станцию. Сдай в багаж свою жену и порви квитанцию. Мы кота себе купили, к туалету приучили. Теперь этот паразит там с планшетником сидит. Как купил себе планшет, тратит час на туалет. А если подключусь к Wi-Fi, так вообще не вылезаю. Но это вполне в духе сегодняшнего времени. Вы знаете, сегодня, если хотят наказать детей, их ставят именно в тот угол, где хуже всего ловит Wi-Fi. Лег к супруге под бочок, заплати четверточок. Вот так у нас внедряют ловко всюду платную парковку. Например, сосед мой Дима не пропустит юбки мимо. Нет прохода, свети, люби. Он охранником в гей-клубе. Витя суп варить пытался, клал в кастрюлю лук и тмин. Но все время получался у него амфетамин. Вот такой вот на амфетаминный мальчик едет как-то раз в метро, ноги разбросал, к нему подходит бабулечка и говорит: «Молодой человек, уступите мне место». Парень посмотрел на нее мутными глазами и говорит: «Мать, не могу, видишь, у меня ноги нет». И старушка запричитала: «Ой, миленькая, ой, родненькая, погоди, погоди, у тебя же две ноги». Он говорит: «Ну да, две, а было три». В море мой сосед купался и с акулой повстречался. Сделал селфи с челюстями и ко дну пошел частями. Тесты школьница сдавала, ничего не угадала. Тест единственный прошла, две полоски в нем нашла. А главное, запомните формулу успеха.
чтобы жить почаще надо, умирать от смеха.